гнездо, где-где в доме березной палисад. Сейчас мы погружаемся в век технократии. Но чем сильнее мы зависим от техники, тем слабее наше здоровье. А когда вы в последний раз испытывали счастье? Не минутное от покупки, а настоящее человеческое счастье. Например, счастье красивого, здорового тела. А ведь это может, причем совершенно бесплатно, подарить лишь природа. Ее чистый воздух, живая вода, натуральная еда. Мне бы хотелось, чтобы мои дети гуляли не среди машин на шумных улицах, а среди цветов на луках. Дышали не гарью дорог, а ароматами лесов и полей. Жили не в виртуальном, а в реальном мире. Ведь это такое наслаждение. И как было бы здорово все достижения нашей цивилизации объединить с гармоничной жизнью в каком-нибудь прекрасном уголке природы. Это, конечно, только мечта, но кое-кто уже воплощает ее в реальность. И мы познакомимся с этими людьми. Наш автопробег пройдет не только по городам, но и по поселениям нового типа. Появляются поселения нового типа с развитой производственной, инженерной и социальной инфраструктурой. Такой опыт, конечно, нужно обобщать и распространять. Со всей России съехались люди, чтобы проехать в автопробеге, лозунги которого мы услышим чуть позже. Сын мой, мой сын дорогой, как долго я жду. Все жду в минуте года, в мгновенье века. Я жду, тебе все отдал, земля вся твоя. Ты волен во всем, свой выберешь путь. Только прошу, сын мой, мой сын дорогой, будь счастлив, прошу. Сейчас России навязывают западный путь развития. Демократический. Демократия – это же хорошо. Болгария, Латвия, Румыния, Югославия и Украина – это наши славянские страны, которые стали нищими, доверившись Западу. Россия – последний островок русской цивилизации. И от нас сегодня зависит, по какому пути мы пойдем. Ну да, с 90-х годов россияне познают, что такое демократия по-американски. Ухудшается образование, идет растление молодежи, потерялись истины, культурные ценности. И мы все дальше заходим в технократический тупик. Сейчас уже все видят истинное лицо Запада. И весь мир с надеждой смотрит на Россию, у которой есть свой путь развития, своя национальная идея. Thank you.
Линия Райская. Они идут рука в руке. Два следа рядом на песке, два сердца вместе на века. Над ними небо, облака. Они идут рука в руке, идут почти что налегке. Лишь две гитары за спиной, а ноги мочат им прибой. Вокруг цветет весна и большое небо вновь дарит им она всю эту землю, а земля дарит нежность. Райское поселение. Вот мы год назад, наверное, мы тоже попытались сделать закон. Здесь тюлени. Мы его, значит, отдали в областную думу на проверку. Вот это надо, да, не соответствует. Вот это, значит, в разрез вот этого закона. Вот это. Когда его сделали так, как вот чиновники, например, то называть его законом каким-то о родовых поместьях, это вообще что-то такое непонятное. Я считаю, что такой закон нужно, значит, как в 17-й с винтовкой в руке. Вот тогда получится. Мы находимся в поселении Райском Тюменской области. Очень интересное поселение, больше похоже на коттеджный поселок. Но самое главное, что большинство людей, которые здесь живут, процветают и строятся, продолжают нести идею родовых поселений. А земля дарит нежность, всю свою нежность. Глаза в глаза, рука в руке, мечтают, сидя на песке, как будут вместе жить в веках и рисовать на облаках. И здесь, повыше на реке, построят дом невдалеке, где будут яблони сажать, с рассветом солнышко встречать. И будут отпускать мечту с птицей в небо. Здесь стоит побывать, если ты здесь не был, если ты все еще здесь не был. Они идут рука в руке, они идут рука в руке. Вместе с семьей Бигдаировых гостеприимные хозяева часто встречают гостей, вместе проводят время, музицируют. Детишки тут играют, вот сзади вас лужайка, можно посмотреть тут. Для меня родовое поместье – это как раз то место, которое человек ищет на своем жизненном пути. Говорят, найти свое место. Вот это место как раз и есть там, где ты ощущаешь себя в пространстве, в единении со всем своим родом. Где ты ощущаешь вот эту связь без границ. Как жили твои предки? Какими были мои воплощения? Как будут жить мои потомки? В родовом поместье эта связь начинает вибрировать и создавать вокруг себя такое поле, в котором мои способности и способности моего рода проявляются с наибольшей силой, где я могу творить, где я могу проявлять себя и, самое главное, где я могу любить с той чистотой, с которой передал нам это ощущение Творец. Это то место, которое будет на века. Это то место, куда я захочу возвратиться, если меня здесь не станет. Родовое поместье – это огромная мастерская для проявления всевозможных талантов человека. Поселение Райское. Поместье Грачевых. Банно-прачечный комбинат. Вы единая судьба и мечта моя, мне снится дорога домой. Подарите мне родину, чтоб я мог прикоснуться щекой к траве. Пусть расскажет мне спящему о весне, чтоб сыновней беспечности там умыться росой и молоком земли, чтоб мой род в бесконечности
счастлив быть. Уже сотни таких поселений процветает во всем мире. Но первые поселения родовых поместий появились именно в России. 26 февраля Госдума приняла в работу законопроект о родовых поместьях. Как я понимаю, вы сделали для этого все возможное. С чего дело началось и к чему вы стремитесь? Ну, дело началось с того, что мы занялись строительством поселения, состоящего из родовых поместьй. Хочу жить на земле, да, на своей земле. Да, да, на своей. Вот. И, собственно говоря, занимались около 3 лет строительством этого поселения. Баданием с законами, соседями, решением, собственниками. Решением вопросов. Аккуратно, как скажем. Правильно, да, как правильно оформить все это дело. Вот. После чего... Пришли в тупик. Пришли в тупик. Пришли в тупик и поняли, что на местном уровне, к сожалению, этот тупик решить невозможно в связи с некоторыми недоработками, скажем так, в законе. Нам придется искать поддержку, наверное, в федеральном центре. Ну, а раз федеральный центр, то, конечно же, это президент. У нас есть один человек, который решает все вопросы. Да, да. У нас есть главнокомандующий. Нам сказали, главнокомандующий. И мы поехали к главнокомандующему. Наконец-то возможно доверие тем, кто правит сегодня страной моей. Наконец-то на жизнь хватит времени, и вернется все то, что потеряно. Я у вас то немногое попрошу, что дано человечеству. Любя, вы едины, судьба и мечта моя. Мне снится живая земля. Подарите мне родину, чтоб я мог прикоснуться щекой к траве. Пусть расскажет мне спящему о мечте. Автопробег уже несколько дней движется по городам и поселениям России с песнями и праздниками. В поселении Райском вчера тоже был праздник, и мы с сегодняшнего дня присоединяемся к автопробегу. Отсюда и начнем наш фильм. Ну что ж, в путь! Радуюсь радости взросшему хлебу, зерен, что сеял я на земле. Ум, да я выйду, выйду я в ополюшко, в ополе в ополюшко, да раздольное. Ум разгуляется, ум, да моя силушка, ум. Я очень рада, что мои жизненные пути и дороги слились в этот автопробег с такими удивительными, чувствующими людьми, которые стали мне сейчас семьей. Нет родины у большинства живущих на земле людей. Ну как же нет? Как же нет? У россиян Россия, а Англия у англичан. Считаешь ты, что родину свою границей нужно мерить? Ну да, так принято. У каждого государства есть свои границы. Ну а если б не было границ, тогда чем родину свою ты обусловить мог? Ну, не знаю, селом или городом, где ты родился. А может, вся земля могла б стать родиной для всех? Могла б. Могла бы вся земля быть родиной для каждого живущего на ней. И все вселенское ласкать могло бы человек. Но для того соединить все планы бытия в единую необходимо точку. Ту точку Родиной назвать своей. В ней сотворить собой любви пространство. Все лучшее вселенское соприкасаться будет с ним, с пространством Родины твоим. Тебе служить все будет, как Бог. Создатель наш того хотел. Стоп, 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 Анастасия, давай, говори яснее. Я не понимаю, что за планы бытия, которые надо соединить.
и что за точка, что родиной могу назвать своей? Сейчас, сейчас ты все поймешь. Сначала выбери из всех благоприятных на земле мест свое, тебе понравившееся место. Место, в котором ты захотел бы жить, и детям пожелал их жизнь прожить. И правнукам ты станешь доброй памятью. В том месте на века гектар земли возьми. Но настало время, Владимир, начинать. А главное, что и сегодня каждый может строить дом, собою Бога чувствовать и жить в раю. Одно мгновение лишь живущих на земле людей от рая отделяет. Осознанность у каждого внутри, когда осознанности постулаты не мешают. Если каждому гражданину России выдать по вот этому гектару земли, который... Неужели хватит земли? 4% от всей территории России. Серьезно? Остальные 96% можно делать забирайте что угодно. Под другое, под заводы. Под другие проекты. Ой, ты, Русь, святая мать родная, родина моя. Ой, ты, Русь, святая мать родная, реки да поля. Ой, ты, Русь, святая мать родная, реки да поля. Сами справились. Здесь есть ощущение свободы. Для меня очень важно в жизни иметь свое пространство. Там я жила на третьем этаже, и там так выйти во двор, потянуться, солнышко улыбнуться, порадоваться, как птички поют, там такое невозможно. А здесь свобода, здесь свое пространство. Здесь выходишь и делаешь, что хочешь. В общем, самовыражаешься, как хочешь, вот это здорово. И своя земля, все садим сами, и оно все любит в ответ. И это ощущается, вот это пространство, которое, оно как благодать. Даже вот идешь по дороге рядом со своим поместьем, одно ощущение, только вступил в поместье, в границы поместья, совсем другое ощущение, как будто такая колыбель благодатная, которая так хорошо-хорошо и никуда уезжать не хочется. Мы раньше ездили, путешествовали,
летом. А теперь даже никуда уезжать не хочет. По святой земле пройдусь, ты со мной, святая Русь. Я дышу тобой, живу всей душой, тебя люблю. Ой, ты Русь, святая мать родная, реки да поля. Сейчас для меня счастье – это дети. Когда они родились, я поняла, что до этого я была… Счастье для меня было в каких-то эфемерных, ненастоящих, каких-то вещах, каких-то там поездках. А когда родились дети, я поняла, что это настоящее предназначение женщины, то, для чего я вообще родилась. И сейчас счастье – это в детях. Смотреть, как они растут в своем продолжении, в нашем продолжении, подальше от системы. Все-таки здесь более свободно себя ощущаешь. Конечно, что-то в чем-то мы привязаны к этому, что-то нас контролирует, но все-таки при таком образе жизни наибольшая свобода. Столько лет ты даришь свет, жива матушка течет, яркий солнечный рассвет. Славу славную поет. Ой, ты Русь, святая мать родная, реки да поля. Ой, ты Русь, святая мать родная, родина моя. Ой, ты находимся в поселении Святой Руси, Свердловская область. Вообще я считаю, что поселение – это большая дружная семья. Здесь первое, что я не мог привыкнуть, что не надо на работу, никуда не надо торопиться. Вот настоящим вольным человеком я почувствовал себя только здесь. Это ни с чем не сравнимое чувство воли, которое вот я до сих пор не могу полноценно осознать. И когда переехали, у меня вот это состояние счастья, оно добавилось. Тут вот выходишь, тут дом, сразу вот поместье родное. Здесь речка, где можно купаться, когда хочется. Тут свежий воздух, лес, ягоды, грибы, вольная жизнь, она только здесь возможна. У нас засилие ГМО, засилие вообще вот привозных продуктов. То есть сейчас это просто это детей выращивать на своих овощах, фруктах, это, по-моему, сейчас вообще святое дело, потому что экология ухудшается, и надо ее хоть как-то обратно восстанавливать. Это мнение разделяет и сосед Аси Александра, Андрей. Когда сюда приезжаешь из города, возвращаешься, все становится как бы на свои места. Душа успокаивается и в гармонии. В Святорусье, как и во всех других экопоселениях, запрещено курить, употреблять спиртное, зато творчество горячо приветствуется. Плюс еще дети, вот когда они начинают рождаться, когда их много, они тоже более счастливы, это так видно, ну и сам от этого тоже счастливее становишься. Счастье, наверное, вот быть вольным человеком, делать то, что считаешь нужным, то, что тебе нравится. Коммектива домашним родом – это роддом, роддом, ну… Наверное, это этап уже в прошлом. Ну, для меня это вообще, ну, как сказать, наверное, все-таки новый опыт, потому что первый сын-то у меня, конечно, ну, роддомовский, если честно, не самый приятный опыт это был. И хочется именно ощутить и пройти его, как вот действительно в состоянии спокойствия, все привычно, все хорошо, близкие люди рядом, и вот хочется именно вот этот момент ощутить. Ну, и… Как сказать, дать ребенку возможность увидеть счастливые лица рядом, родителей, чтобы это было именно такое сразу, ну, слияние с семьей.
Мы ехали уже с проектом закона о родовых поместьях и привезли, отдали его. Сейчас депутаты Государственной Думы, вот начиная с января по апрель месяц, вместе с группой наших ребят-юристов, готовили этот законопроект. И он вынесен в Государственную Думу, где, как нам сказали, в сентябре месяце будет уже проходить его слушание, ну, возможно, и голосование. В ходе автопробегов, на самом деле, мы проезжали по поселениям и по городам, мы общались с людьми и пытались понять, вот, чем еще можно помочь. Самое главное – это то, что люди должны поверить в себя. Вот как строители этого поселения, они не ждали закона о родовых поместьях, они начали делать, делают. Автопробеги у нас, вот, по крайней мере, это, он должен формировать уже, по сути, новую культуру. Культуру, в которой каждый человек ощущает себя успешным. Вот мы еще долго думали, что такое успешность. Успешность – это когда человек успевает выполнить свое предназначение. Светоносный народ не может быть вообще в принципе не успешным. Изначально. Другое дело, что, скажем так, условия внешние могут быть, ну, скажем, совсем этому не способствовать, да? И на протяжении последних столетий это и происходило, что, скажем, все истинное, глубинное и настоящее человеческое, оно загонялось глубже внутрь. То есть, по сути, пряталось, чтобы выжить. А сейчас, по-моему, как раз то самое время великолепное, когда этот самый успех через культра мы и демонстрируем. Возвращение к первоистокам, возвращение к тому состоянию, в котором мы должны находиться. То есть люди-боги должны стать богами. То есть каждый из нас должен пройти путь определенный, гармонизировать себя, гармонизировать пространство, которое находится у тебя, быть абсолютно гармоничным со всеми. Что же такое культура? На балалайке поиграли, станцевали, ну, вроде как вот культура вот. Возрождение родов, возрождение наших корней, нашей красоты, нашей... Я даже не знаю, как это сказать. Когда вспоминаешь о Золотом веке, я хочу жить в нем. Я хочу, чтобы мой род, мои рода моих друзей, моих близких, знакомых, которые стали близкими мне, фактически родными людьми, да, пусть это вот все это процветает. Я хочу, чтобы процветала вся планета. И я буду делать это все, что мне от меня потребуется. Культура – это образ жизни, который нельзя прийти, показать, а потом уйти и остаться без него. Есть свое предназначение у нашей страны. И когда она его реализует, она успешна.